Всем добрый день. Сегодня решила показать свое новое увлечение. Увидела, девчата шьют кукол различных, вот тыквоголовые, текстильные куклы, и решила сшить вот такую куколку. Не знаю, насколько у меня получится. Ну вот, уже собрала часть куклы. Оказалось, что машинка не шьет, поэтому пришлось все вручную. Вчера весь вечер сидела, прошивала ее. И теперь вот осталось пришить ручки, голову. И буду пытаться в первый раз еще покрывать ее вот кофейным раствором, что ли. Впервые еще пробую вот тонировать кофе. Раствор, где-то 2 ложки кофе положила растворимого, ванилина немного и соли. В каком-то ролике видела такое. Так, такой рецепт, что был. И наношу так, чтобы покрыть только вот верхний слой, чтобы ткань немного смочить, чтобы совсем в куклу не проникала влага, так как ее придется сушить в духовке. Там тоже, видимо, определенное время нужно выдержать. Интересно, как вот мне загорелось эту куклу делать. Прямо я ее, можно сказать, за вечер. Все. Ну, это для начала. Вот я еще решила попробовать, насколько мне понравится. Идея такая заразительная. В общем, так вот ее будем всю обмазывать, промачивать, что ли, или тонировать, оно называется вроде бы, тонирование. Теперь укладываю вот на такую силиконовую, как бы вот досочка, не досочка, она, ну, клееночка пусть будет. И отправлю в духовку. Разогрела ее и на медленный огонь сейчас сделаю. Будем пробовать. Первое у нас. Достала свою куклену из духовочки. Здесь вот какие недочеты. По краям затемнены. Где-то ближе к швам швы не совсем прокрашены получаются. И вот здесь вот на шее видно. Ну, будем учиться. И ручки тоже не совсем ровно все еще легло. Еще учиться и учиться. Будем дальше работать над куколкой. Такую куколку сделали Насте. Пока шел процесс одновременно, но еще не доделано, все это в процессе. Волосы делаю из хозяйственного шнура, такой вот он синтетический, и наделала прядочек вот таких, есть покороче, есть подлиннее, для челочки. Если понравится мне с челочкой, то буду спереди коротенькие делать, а сзади более длинные. И начала сначала ниточкой перекручивать, а потом решила вот такие узелочки делать, завязывать побыстрее, чтобы шел процесс. Хочу попытаться клеем вот таким приклеить голове. Не знаю, еще не пробовала, что у меня получится. Посмотрим дальше. Вот такая куклена у меня получается. Мне она безумно нравится. Волосы
Неровно, конечно, но вот я сейчас хочу сделать ей стрижечку, укорочу немного, выровняй. И такая, ну, ой, принцесса моя какая получается. Вот моя куклёна готова. Теперь осталось ей сшить одежду. Волосы пришлось обстричь покороче, так как немножко там запортачила, так можно сказать. Такая белоснежка получилась.